Для когось слова. Важкий і виснажливий шлях до сцени головного шоу України – це влучна метафора. А для 20-річного хлопця, котрий зараз дочекатися не може на свій шанс, завоювати вашу прихильність – це сувора реальність. Адже від свого рідного містечка у Киргизії до сцени шоу «Україна має талант» його відділяло не багато ні мало – 6 тисяч кілометрів. Та хіба такі дрібниці, як відстань, зможуть зупинити справжній талант? Зустрічайте, Атай Омурзаков! Это в этот момент такое чувство, что все-таки да, я сделал это. Мама даже расплакалась, когда увидела это видео. Видеть радость мамы – это самое классное чувство. Думаешь, за это бы сделал все. Атай, ты пару украинских слов выучил уже? Честно, нет еще. Честно? Придется выучить, потому что будем еще видеться, я так думаю. Три да. Спасибо большое. Ну, в детстве я был чересчур шустрый. Я уже 2 годика убегал из дома. Ходил по городу там. Гулял, шастался везде, по кочегаркам приходил, как Кузя черный такой. Я до сих пор себя чувствую, что я совсем маленький. Я не хочу взрослеть. Я учился всегда сам. Я не знаю азы, да, этот, танцев. Я не знаю правил танцев. Я танцую только так, как я умею. Музыку включал, на себя смотрел, делал движение. Какое-нибудь движение понравится, начал отрабатывать. До конца пока не получится прям так красиво. Я люблю вообще удивлять людей. Я люблю, когда мне говорят, вау, у тебя голова была как будто там, вне зависимости от тела, там, не знаю, летала. И мама поддерживает, говорит. Некоторые даже идеи подкидывают. И провожают с поддержкой. Я понимаю то, что тут надо выступить на все 100. Я это очень хочу. Один маленький і дуже наївний робот думав, що зможе врятувати життя на великій і дуже брудній планеті Земля. Таке трапляється лише у казках, але йому це вдалося. Атай Омурзаков! Thank you.
Ева, Волі, Єва. А той, ти просто подарував нам неймовірні відчуття. Українську ти розумієш вже чи ні? Трошки. Ти преодолел огромне расстояние, щоб приїхати к нам. Рискнув приїхати в чужую страну. Я очень благодарна тебе за это. И я точно знаю, что сейчас твоих поклонников стало намного больше, на целую страну больше. Ты больше, чем более один из улюбленных персонажей мультипликационных. Ну что ж, судьи, кажите, слава. Ну что тут скажешь? Замечательное выступление. Я со своим сынишкой Марком обожаю смотреть этот мультфильм. Мы его, наверное, уже знаем наизусть. Там о любви, там так вроде бы все просто. И когда я, конечно же, увидела тебя в этом образе, я как-то по-детски, ну, порадовалась. Он настолько соответствует тебе, потому как, я помню наше первое знакомство, ты производишь впечатление человека очень светлого и доброго. И самое главное, человека талантливого. И сегодня ты снова это доказал. Поздравляю тебя с этим. Поздравляю с этим твою страну, нашу страну и твою маму. Надеюсь, у нее сегодня в душе зацвели цветы, как и на этой сцене. Спасибо. И еще я желаю тебе множества голосов наших телезрителей. Спасибо. Дякую, Игорю. Ти фізик, і я просто хотіла запитати, тобі як фізику, як виконання? Мені як фізику таке електрик бугі дуже подобається. Я хочу сказати, що мені здається, це найкращий танцювальний виступ цього сезону. Може, я помиляюся, Влад? Мені подобається. Він так легко це все робить, що мені здається, що це... Що це може зробити кожен. Насправді це не пересічний талант. Атай, ми з тобою почали звучати український язик. Первое слово – это слово «так». Что означает? Да. Да, молодец. Теперь я тебя попрошу повторить следующие два слова. Дивовижний танцюрист. Повтори. Дивовижний танцюрист. Не-не-не-не. Твердое «и». Дивовижний танцюрист. Дивовижний танцюрист. Да ты замучил. Дивовижний танцюрист. Что по-русски означает «удивительный танцор». Браво. Спасибо. Влада. И, честно говоря, было понятно еще на кастинге, что ты танцор действительно удивительный. Но сегодня для меня ты, например, раскрылся еще больше, благодаря вот этому номеру прекрасному. Твой танец стал богаче, разнообразнее. И, в принципе, я увидел какое-то маленькое танцевальное, но все же чудо. А мне кажется, что на сцене с помощью танца творить чудеса могут не просто талантливые люди, а люди, которые влюблены в танец. По-другому бы не получилось. И мне кажется, что ты как раз такой человек. Спасибо. Дякую. Дякую. Атай, ты спас жизнь практически на земле, а тебя в нашем шоу могут спасти только зрители. Тому, шановні глядачі, будьте зараз дуже уважні, якщо Атай заворушив ваше серце, якщо ви боліваєте за нього, телефонуйте за номером 0900 102 008 та відправляйте смс з кодом 08 на номер 3399. І тоді цей усміхнений і дуже скромний хлопець матиме шанс станцювати для вас ще раз у великому фіналі. Атай, удачі тобі сьогодні. Моє серце ти покорив. Спасибо. Це був Атай Омурзаков.